Вот он, этот куб. А что нам с ним делать-то надо? Его нужно поставить прямо к вот этой вот штуковине. Я понял. Это же гениально. Многоуважаемый куб, не соизвольте ли вы встать к сенсору, мать васу? Грёбаный куб. Здравствуйте, многоуважаемый коллега! Мы с вами снова находимся в нашей любимой лаборатории скрэп-механика. И сегодня у нас... что у нас сегодня? Что с моей лабораторией? Грёбаный йод. Где все мои... Это не мои инструменты, знаете ли. Мне кажется, пришли какие-то вандалы, разбазарили, распродали все мои научные эксперименты. Что это такое? Какие-то строители, знаете ли, похулиганили здесь в моей лаборатории, поставили какую-то хрень, извините меня, и пытаются, и что-то от меня хотят теперь. Кажется, что-то двигалось. Я слышал, как что-то двигалось. Что бы это могло быть? Кажется, здесь какой-то цифр. Цифр. Ладно, я попытаюсь разгадать этот цифр. О! Кажется, я нашел. Смотрите, коллега. Ха-ха, потайная... Строители сделали потайную комнату в моей комнате. Интересно, куда она ведет? И где мои сраные эксперименты? Так. Вау. Я же не смогу так высоко упасть. Это же опасно. Это же... О, вот так лучше. Понимаете, у меня экспериментальная задница. Она притягивается к любому креслу и без всяких переломов костей, тазобедренных суставов я могу просто зопой примагниться к любому сиденью. К унитазу, к креслу, там, ко всему вообще. У меня... Я как суперчеловек, только я ученый. Очень ученый. Что я сделал? Это вот то выдвинулось, да? Так, подожди. Да. Научным путем доказано, что там выдвигается какая-то хрень. Я думаю, я получу однажды награду в области физики за это. Я нашел кнопку. Здесь есть вторая кнопка, и она выдвигает вторую хрень. Давайте посмотрим, что еще есть. О, а вот и третья хрень. Кажется, мы находим выход. Но не совсем. Или я могу до тут? Нет, я не смогу до тут допрыгнуть. Что-то не так. Что-то здесь. Вот. Вот теперь я смогу отсюда выбраться. Значит, смотрите. Коллега, мы поднимаемся сюда. Потом сюда и улетаем к хренам. Осознаем свою никчемность в плане физических нагрузок и после этого продолжаем бежать дальше. Да что ж такое-то? Говорила мне мама, занимайся спортом, брось свои научные хреновины. Я не слушал ее. Тьфу. Даже теперь говорить нормально не могу. Непорядок, коллега, непорядок. Я включил все, что можно. Тут какой-то цифр. Опять какой-то цифр. Интересно, здесь где-то должна быть подсказка. Подсказка должна быть где-то. Которую из-за своих очков я ни хрена не вижу. Ну, доктор прописал, значит, надо носить.
Я нашел, товарищи! Я нашел способом перебора, я нашел правильный ответ, и теперь у нас открылась дверь. Дверь открылась. И куда она ведет? Где моя сраная лаборатория? Тут пустая комната. Тут ничего нету. Мне кажется, меня кто-то налюбил. Ну, знаете, это всеобъемлющая любовь. Все такое. Почему тут пусто? Я не понимаю. Может быть, я как крыса в эксперименте. И надо мной поставили опыт, и я должен оттуда выбраться, да? Что за дебильный эксперимент? Мне кажется, я где-то допустил ошибку. Посидеть, то ли огурцов посрать. А потом в горсток насрать. Больше никаких мыслей у меня почему-то в голове. Ну что ж, многоуважаемый коллега. Значит так, в этой комнате, эта комната абсолютно пустая, вот прям абсолютно пустая, ничего в ней вообще нету. И я уже сломал всю голову, все свои извилины через усы повыдергивал, и знаешь, до чего дошел? Оказывается, нужно было просто ударить по стене и... Вуаля! Эврика! И мы находим скрытый проход. Я просто потратил на это очень много времени вот на поиск этой фигни. Я избил весь пол, все стены, пока вот этот случайно не нашел. Ладно, мы нажимаем кнопочку и лезем вот сюда. Давай посмотрим, где... Что за это все-таки за эксперимент такой над нами поставить? И кто вообще посмел так делать? Я себе никогда не позволял экспериментов над людьми. Хотя я не человек, я гном. Вообще-то, в этой игре. Так что все нормально. Значит, надо мной эксперименты разрешены. Куда я попал? Ой. Ой, мы же здесь были. О, открылся новый проход. Может быть, там все мои лабораторные исследования. Давай поищем. О. Что произошло? Там открылся проход. Кубик. Появился куб. Нам срочно нужно вернуться обратно. Прямо срочно нужно вернуться обратно. Вот он, этот куб. А что нам с ним сделать-то надо? Его нужно поставить прямо к вот этой вот штуковине. Я понял. Это же гениально. Многоуважаемый куб, не соизвольте ли вы встать к сенсору, мать васу? Грёбаный куб. Кажется, я слишком много сил приобрел в этом испытании. Стал очень сильным и кидаю бетоновые кубы, как Геракл. Я Геракл. О, а вот и выход. Коллега, мы нашли выход из этой странной передряги. Если тебе понравилось и ты хочешь еще прохождений каких-нибудь лабораторий. Кстати, где мои все-таки научные оборудования-то, собственно? Кто-то украл, если ты хочешь, чтобы я их нашел в конце концов, то ставь лайк и подписывайся на видосик, пиши в комментариях что-нибудь. Может быть, у тебя есть догадки, где мое сраное научное оборудование, которое сперли из моей лаборатории. Непорядок. Зуй бобра. Зачем я это произнес? Странно. Ты подписаться должен на глюк. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бам.